Ложись! Вы мне за это еще заплатите. Ничего себе паучок. Чем она кормила его только? Может, пропавшими людьми? Жесть. Кстати, у нас осталась всего лишь одна граната. Надеюсь, не будет больше таких сюрпризов. В любом случае, это граната для Гренни. Ладно, пойдем искать ее дом дальше. Нам надо успеть убраться отсюда до ночи. Да, только держимся вместе и не разделяемся. Пойдем. Смотри, Тима, еще один заброшенный дом. Может, бабка Гренни живет здесь? Что, пойдем проверим? Ну, пойдем. Эй, бабка, выходи, забирай свою биту и оставь нас в покое. Видимо, ее здесь нет. Ну слушай, дом в нормальном состоянии, как будто здесь еще кто-то проживает. О, пап, смотри, медведь. Можно его взять с собой? Ну и зачем он тебе? Мне тут жалко его оставлять. Ну возьми, если хочешь. Ура, спасибо, пап! Тихо, я что-то слышал. Дима, подойди сюда, кто это? Там никого нет, пап. Как нет? Может, показалось? А что ты там видел? Какую-то девушку в белом платье и с длинными черными волосами на лице. А если это Сандрина? По описанию очень похоже. А кто это? Это призрак девочки. Она была очень странная. Она любила гулять в лесу и по заброшенным домам. А потом она пропала. Ее нашли в подвале. У нее был открытый рот и выколотые глаза. Главное, не смотри на нее, если она появится. История жесть, конечно. Ну что, идем дальше? Да, идем. Дима, у меня такое чувство, что нас кто-то преследует, и это вовсе не Гренни. Я тоже что-то видел, вон там, за деревом. Будь начеку, пошли дальше. Пап, смотри! Дима, а что если это не Слендерина, а одна из выживших в этой деревне? И она хочет вместе с нами отсюда свалить. Может быть, ей нужна помощь? Я пойду с ней переговорю. Помогите! Пап, не ходи туда, она тебя заманивает. Все нормально, Тима. Я только проверю. Только не смотри ей в глаза. Да, я помню. Девушка, вам нужна помощь?
Девушка, с вами все хорошо? Девушка. Тима! Тима, ты был прав, это была слендерина. Пойдем отсюда быстрее. Бежим! Тима, вон заброшенный дом, давай спрячемся там. Бежим! Тима, как от нее избавиться? Мы не можем постоянно бегать и прятаться. А если мы будем ходить с закрытыми глазами, то станем легкой добычей для Гренни. Ее нельзя убить, но ей явно что-то от нас надо. Дай подумать, она появилась в тот момент, когда... Когда я подобрал этого медведя. Может быть, это ее любимая игрушка? А может, игрушка ее сын? То есть у нее есть еще и сын? Отлично. Короче, давай сюда этого медведя. Ну и где она? Говорил же, не надо на нее смотреть. Папа, очнись.